Привет. Не жаль тебя, мама, я не чумяк. Ну, бывает и такое. Как дела? Нормально. Мама, ты на сын, да? Нет, я записываю. А, ты запишешь? Да. Понял. Кстати, Как у тебя вещь молодая? Ну вот я сегодня на Валберис заказала себе эту веб-камеру. Веб-камеру заказала какую? А я не помню, как она называется. Она, короче, стоит 2 300, по-моему, 2 с чем-то. Но ее многие блогеры хвалят. Да? Да. Я понял. И еще я заказала эту... такую штучку круглую. Как она? Лампа. А, лампу. Да. Не, ну а как она называется? А, кольцевая. О, кольцевая лампа. Я понял, кольцевая лампа. Да. Так что я буду как крутой блогер. Ой, этот, ютубер, стример. Понятно, молодец. Вот. А я, кстати, у тебя на эфире сижу. Тебе там пишут. Аида сегодня прихорошилась. Но мне вот эта прическа не нравится. Мне кажется, как какой-то... Да, да. Не, Аида с ней прихорошилась. Так что вот так. Ладно, побегу я дальше. Куда ты побежал? Не знаю, куда-нибудь. Не, Аида. Чего? Да. А какую ты сегодня песню несколько раз включил? Девушка с каре. Нормально. Тебе нравится, да? А кто это поет, кстати? Не знаю, кто поет его. Я вот, я, кстати, второй раз хотела зашазамить и не успела. Ну ладно. Mm. Пока, подписчики, пока, Серега. Давай. Здравствуйте. Привет. А вы откуда? Я с Алтайского края. А вы откуда? Я из Москвы. Понятно. Как в вашей столице там? Что-то там взорвалось опять, что-то люди там у вас погибли. Ой, что-то я этого не слышала. Я как-то за новостями особо не слежу, если честно. А зачем следить? Ну да, чтобы лишний раз не расстраиваться. Понятно. Так. О. Блин, я вообще ничего не вижу. Так, надо было очки напялить. Вот сижу много за компьютером, и зрение хуже. Кстати, всем привет, забыла поздороваться. Запись включила, а поздороваться забыла. Всем привет, напишите, пожалуйста, как вам моя причесочка, как вам мой причесончик. Покедова. Опять Серега. О, этот, а не Харламов. Уже сам меня переключает. Боится, что опять рейд попрошу. Здравствуйте. До свидания. С ночи до утра из Африки и Сирии летят, летят валькирии, несут, несут валькирии. Да уж. Ой, опять по новой. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ой, а это Чего не не слышал? вы случайно, по-моему, про вас Сейчас, Гуслик секунду. что-то говорил? Блин, как же. Ты из-за чего? Ну, понятно. Так, дело меня переключило. На очень вежливая тетя. Ноги опять. Опять. Одни и те же. Здравствуйте. Здрасте. А вы что, стример? Нет! А почему у вас такой крутой микрофон? Ну просто могу себе позволить. Понятно. Дам. Хотела сказать, подари мне микрофон. Все равно ж ты стримишь. А я хоть в дело пущу. Не, мне кажется, он стример. Такой ангелочек. Блин, я хочу на этого попасть. На Серегу вежливые люди. С ним познакомиться. Классный чубчик. Хочу с ним познакомиться. Вы мужчина или женщина? Я женщина, а что, не видно, что Все, ли? не видно, не. Ну, блин, вы не обижайтесь, у нас на России просто мутанты, вы поняли, что мужик, что баба одно и то же. Поэтому я уточняю себя. Вы о чем А, хотите пообщаться? да, судя по тому, как вы лестно отзываетесь о России В в смысле? кавычках. Я уточнил нормальный вопрос. Вы мужчина или женщина? А вы мужчина или женщина? Конечно, вы что, не видите? Женщина, да? Не, я не женщина. Понятно. А вы о чем говорите здесь, женщина? Я? Да, обо всем подряд. Да нахуй! Что? Что? Чего? Не понял. Не понял. Гуслик меня на послал? Это как понимать? Так, ладно, сейчас я. Ай, 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 блин, надо ноги размять чуть-чуть.